Красноярск готовится принять международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы Буайсара Сатиева. Он пройдет в 11-й раз. Наш регион готовится заявить на соревнования 80 спортсменов. Всего же ожидается около 300 участников. Сюрпризом для организаторов стала заявка борцов из Иордании. Как отметил Буайсар Сатиев, он и не мог подумать, что в этой стране занимаются вольной борьбой. Также участие в соревнованиях примут команды из Ирана, Японии, Монголии и ряда стран постсоветского пространства. Кроме того, ожидается прибытие делегата из Германии Уве Манса. Он проконтролирует соблюдение всех международных требований. Сегодня у спортсменов проходят решающие тренировки, а первые схватки на коврах Дворца спорта имени Ивана Ирыгина стартуют завтра в 11 утра. Торжественное открытие состоится в 16:30. Вход свободный. Юношеская борьба, она всегда интересна. А в наших соседние наши азиатские страны, бывшие советские страны, там сегодня я узнал, что Монголия и Япония, они, как правило, юноши, у них очень хорошие бывают, монголы вообще, они у нас 2-3 медали иногда с турнира увозят. Вот, потом наши соседние регионы, Якутия, Бурятия, Хакасия, Тува, тоже юноши у них с нашими ребятами наравне. Вот, то есть и борьба юношеская очень открытая, зрелищная бывает. Поэтому я как на праздник больше в этом году приехал. Будут участвовать наши лучшие юноши, победители прошлого года. В прошлом году из 11 весовых категорий наши ребята завоевали 5 золотых медалей. Вот, позапрошлым 4. Но я думаю, что надо в этом году тоже выступить достойно.